Я буду говорить своей сестре, да, 24 часа. Охренеть! Ты можешь подарить мне машину? Мы сломали Бентли. Во! Давай, я встану. We could have had it all. Тысяч в сутки? Файт! Нет! Как вы поняли уже из названия видео, я буду говорить своей сестре, да, 24 часа. Я не знаю, что она мне загадала, но она готовилась. Я ее не буду щадить. Кто-то в Телеграме написал, что ну сестру это снимать неинтересно, потому что она будет ее щадить, она не будет давать сложные задания. Поверьте, задания будут нормальные в силу моих креативных возможностей. Так что болейте за Ангелину, чтобы она выжила этот день. Будет интересно. Начинаем. Let's go, погнали. Ты можешь подарить мне машину? На один день. Подарить машину на один день? Да. Это как? Я признаюсь, что я больше люблю, например, Мерседесы, чем БМВ. Поэтому давай купим на один день машину. То есть арендуем ее. Ты знаешь, сколько ее будет стоить? Ладно, для своей младшей сестры ничего не жалко. Мы не будем брать ни БМВ, ни Мерседес. Давай возьмем что-то среднее. Например, Бентли. Среднее! С какого среднего? Какого монета? Просто БМВ это что-то среднее. Я обожаю тебя. Ну, давай, твое желание для меня закон. Да? Да. Да. Все, получается, едем покупать тачку. Так, Ангелина, мое следующее желание. Вот тому человеку ты сейчас должна посигналить и сказать, что он прекрасно выглядит. Вы прекрасно выглядите! И вы тоже! Спасибо! Ему было приятно. Мы приехали к нашим друзьям, а вот и Вань. Фига ты нарядный, как будто знал, что мы приедем. У нас сегодня день офисного клерка. Я его хочу поздороваться с ним, а он меня даже не зовет. Вот, моя сестра, я ей сегодня говорю, да? И, короче, нам нужна одна из самых дорогих тачек, которые у вас есть, а это именно та Бентли, которая W12. Сколько она будет стоить в аренду? 120 тысяч. 120 тысяч в сутки? Да. Сейчас я должна открыть свой маленький сейф в машине, подлокотник. Я не знала, что он столько будет стоить. Пойдем. А вот и наша прекрасная Бентли, уже готова. Так, можно нам ключики, пожалуйста? А нет, сначала договор аренды. Какой аренды? Ну вот так вот, пойдем. Вот туда, с деньгами, и потом уже. Я думала, что мне по-братски дадут ее просто бесплатно. Открываем. Сейчас вот это. Бентли. Все, Даня, садись, поехали. А теперь вот так. Все, поехали. Деньги не уплачены. Сейчас давай назад. Привыкни к аппарату. Смотри, камера прикольная. Ну, Мерседес лучше, скажи, согласись. Видишь? Едем. Давай перекрещу себя, машину и джеткар. Ангелин, быстро, вон там мужчина сидит, пожалуйста, быстро ему скажи, что он очень красивый. Давай, давай, хватит, опять, давай, 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 быстрее, быстрее. Привет, вы очень красивые. Да? Да. Что делать дальше? Твои указания. У нас парни есть, просто вы очень красивые. Так и у нас ничего. Вот и сошлись. Пока. Какие невоспитанные мужчины. Так, можно пробить, пожалуйста? Прикольно. А что у тебя за карта такая? А, это? Это карта Tinkoff Black с дизайном от стрит-арт художников. Прикольно. А какие есть еще преимущества, кроме дизайна?
Сейчас все расскажу. Киндеры. Стильная дебетовая карта Тинькофф Блэк в 4 дизайнах от современных стрит-арт художников дает еще больше кэшбэка. Если будете оформлять карту по моей ссылке в описании, у вас появится возможность ввести промокод MARKET30. Он даст дополнительный кэшбэк 30% рублями за покупки в Яндекс.Лавке, Перекрестке и других онлайн и офлайн супермаркетах. Мне кажется, это очень крутое предложение. Кстати, вместе с картой вам в подарок привезут фирменный карт-холдер и стикеры. Вы думали, это все преимущества? А вот и нет. Весь кэшбэк, который вы получаете, приходит рублями. Каждый месяц вы можете выбрать 4 категории трат и получать по ним до 15% кэшбэка рублями, а за покупки по спецпредложениям партнеров до 30%. Если вам нужно снять наличные с карты, это можно сделать без комиссии не только в банкомате Тинькофф, но и в банкоматах других банков. Вы только посмотрите на это удобное приложение. В нем вы можете оплачивать связь, интернет, учебу, ЖКХ, штрафы и многое другое без комиссии. Собственно, без комиссии всего в пару кликов даже можно переводить деньги на карты других банков через СБП. Ну круто же! Киндеры, клиентами Тинькофф уже стали 30 миллионов человек, поэтому смело переходите по ссылке в описании, оформляйте карту Тинькофф Блэк в лимитированном дизайне и пользуйтесь всеми ее преимуществами. Сегодняшнее задание, они больше направлены на то, чтобы Ангелина раскрепостилась. Куда же еще больше? И поборола некоторые свои страхи, которые связаны с выходом на публику и вот всем вот таким. Я думаю, Ангелина уже догадывается, что я ей буду загадывать. Ей придется перебороть себя. Объясни ребятам, почему не ты за рулем едешь. У меня есть права уже давно, но я такой очень аккуратный ездок. И поскольку это весьма дорогая машина, я не очень хочу нести ответственность за то, что с ней может произойти. Как говорит Жидкар, поцарапал, купил. Давай попоем песню. Давай, все, поем. We could have had it all, rolling in the deep. На самом деле жалко, что в этой машине нет массажа. Так нажми, есть он тут, нажми кнопку. Нажала. Surprise, motherfucker. Есть. Ого! Не только я тебе говорю, да, сегодня, походу. Данечка тоже. Во! Ого! Даже я подносил. Так, ну что, пришло время загадать свое следующее желание. И я хочу тебя переодеть. Ты согласна? Я нормально одета вроде. Мы же для тебя что-то делаем, не для меня. Но это будет моя отдушина. Я вот хочу тебе переодеть. Ты хочешь рестайлинг сделать? Да. Ангелина и Блондинки Драйв? Да, но мы поедем не в какой-то ЦУ или не в какой-то бутик. У меня пришла идея поехать в секонд и подобрать тебе там два образа. То есть ты хочешь, чтобы я носила за кем-то донашивала вещи? Да. Мишель, я понимаю, что в детстве ты была очень огорчена донашивать за мной вещи, но не надо отыгрываться мне сейчас, пожалуйста. Я не донашивала за ней вещи, да ладно. Я знаю, что у тебя фантазия хорошая, и что ты с удовольствием мне уберешь какие-то леопардовые леггинсы там. Единственное, что я обещаю сделать, это подобрать тебе твой наряд под цвет Бентли, чтобы ты сочеталась с ней. Красные мокасины, я понять не могу, барсетку какую-нибудь. Уже посмотрим, что там будет в наличии. Все, едем. Пипец, вот я буду выглядеть как-то... О, как-то, он помогал нам. Как-то Бэха буду выглядеть. А стоп, за ней парень сидит, что ли? Да. Че, реально? Посмотрим, что будет в секонд-хенде. Сейчас найдем какой-нибудь ближайший и поедем туда. А пока Ангелина оплачивает парковку. Да, ладно, ничего страшного. Как я не люблю, когда они быстро открываются, быстро. Пум. Что? Ты посмотри. Что? Ты посмотри. Как это произошло? Вы видели вообще, как это произошло? Я видел. Как? Просто сорвалось и все. А как? Чем? Мы реально сломали Бентли. Ребят, это не смешно. Блин. Ужас. Просто как это произошло? Все. Он говорил, потяни за ремень. Все. Все, мы, получается, реально покупаем эту тачку. Мы идем секонд-хенд. Я выбрала тот, который был лучше всего на фотках. Да, я дала добро Ангелине выбирать самостоятельно. Здесь еще пахнет канализацией. Ой. Но здесь весьма антуражненько. С вами доктор, а с нами бог. Смотри, какой фламинго. Не хочешь на него сесть? Хочешь? Мишель, ты будешь мне загадывать какие-то самые тупые? Хочешь?
Да! Фламинго! Господи, какой ужас! Миша, если не упадет, он качается. Я держу. Давай. Давай, я встану. Давай, я встану. Фаталити. Просто с вертучим. Все? Довольно? Ты сейчас упадешь. Отрывается, он все, он жестко отрывается. Ты походу слезешь уже. Я могу слезть? Давай, давай, слезай. Прыгай, какашка. Да вот ходите. What the fuck, motherfucker? Нормально. Ты же знаешь, что за видос. Молодец. Молодец. Давайте скажем. Я считаю, задание выполнено. Промежуточное задание было. Можем идти дальше. Искать секонд-хенд. Все, я хочу, я заряжена на новую одежду. Вот, одежда из Европы, нам нужна вот эта вот контора. Вот, ну все, заходим. Трикотаж. О май год. Так, это пицца, а это секонд-хенд. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мишель, можешь выбрать все, что угодно. Мне. Да. Вот, смотри, я люблю розовое. Нет. Как мама знает. Окей, мам. Да. На. Подожди, вот это. Нет. На. Вот это? Мишель, ну, как ты могла упустить это из виду? Нет, мне не нравится. Вот, вот, Даня, Даня. Нет, пожалуйста. Это то, что мы хотели. О, ты посмотри, ёлки-палки. Все одноклассницы обзавидуются. Ну нормально же. Что из этого нормально, скажи мне? Что? Нормально, нормально. Вот это вот помери, это можешь оставлять, вот это помери. Хорошо. Слушай, палёные Диоры здесь? Ой, не палёные, в смысле? В смысле, оригинал. Мишель, а как, сколько будет 36 плюс 4? Слушай, давай вот эти тогда. Нет, ты согласна, 40-й размер. Сейчас, пожалуйста, не надо. Я 40-й надену, это идеальный размер, Мишель. Берешь вот эти? У меня нога сейчас увеличится в моменте, я отвечаю, мне только поесть надо. Бери вот это. Носки побольше надень. Не надо, пожалуйста, Мишель. Ну подожди, а что это за? Ты реально мне к свету салона подбираешь? Ну все, пробей. Мне на носок надевать или на голову? Ну, хорошо, на носок. Все, давай. А можно нам второй ботиночек, пожалуйста? Да, идеально. Даже с носком. Хорошо. Школьница такая чистая. Ее вот посмотри, вот тут школьница, вот так вот. Я там задружилась с людьми из пиццы. Так себе пиццы. Ты можешь пойти к ним и спросить, как им твой лук? Давай. Ладно, это еще, я думаю, это еще не самое плохое, что она загадала для меня в этом луке. Здравствуйте. А можете, пожалуйста, оценить мой лук от 1 до 10? Мы просто подобрали мне новый лук. Макосина? Не, ну концентрация. Да? А на кого больше похожа? Я на На кого больше похожа? На школьницу или на бабушку? Между 10 и 50. Я Бенджамина Батона. Нет, тапки. Десяточка получается? А платье как? А платье вам как? Ты бы носила сама. Ну, я бы носила. Вот там цыган пытались носить. Мы не косим. Подожди, где моя карта? Романтика с большой дороги. Спасибо большое. Все, спасибо. До свидания. Наркоманы сидят, на полу сидят. Смотри, смотри. А эти, смотри, гастарбайтеры какие-то понаехали в Москву. Не сидится у них на селе там, а? Вот сучка крашеная. Радикулит. Мишель, я не смогу доехать. Езжай-ка ты за рулем. Идеально. Просто мэтч полнейший. Мы не дадим номер телефона и локацию
этого секонд-хенда, иначе просто не сможем там больше закупаться. Такого напора он не выдержит. Настало время для следующего задания. Мы не просто так репетировали с тобой песню «Адель». Прямо сейчас мы должны поехать на Арбат. Там мы должны найти уличного музыканта. И с ним ты должна спеть. Ты должна будешь спеть песню «Rolling in the Deep». В этом луче? Ну да. Стоп, ты меня хочешь заставить сделать то, что я боюсь делать просто с самого своего детства, петь на публику? Да. Ты должна побороть этот страх. Может, я хотя бы переоденусь? Нет. Ладно, хорошо, давай. Делаем? Да. Мы приехали на Арбат. Сейчас идем петь с уличными музыкантами. Могу сказать честно. Лук огненный, но даже мне неловко, что Ангелина в нем. Здесь много людей, что-то я не ждала. Я думала, что сегодня понедельник, и никого не будет. Можно я буду с тобой ходить? Вот уличные музыканты, давай! Они тут везде. Давай! Мишель, у них может быть не дави, не дави, подожди. У них еще может быть не настроен звук. Я сейчас только понимаю, какой мы ребят сделаем. Вообще? Мне очень стремно. Мы так, по-моему, подходили и пели. Не, у самого сердца вот так вот весело. Ребята, самое время поставить лайк Ангелине за то, что она надела это платье. Это обувь пришла на Арбат. Поставьте лайк. Мне кажется, Ангелина правда этого заслуживает. Сейчас я это выполню, и вы поставите, хорошо? А я думаю, сейчас, может, это нагоняй сделаем. Здравствуйте. А вы сможете прям саккомпанимировать, да? Я не знаю, мне сердце прям очень сильно бьется. Вы бы знали, как у меня сейчас сердце бьется. На самом деле, когда вот ты придумываешь какое-то задание, вы его обсуждаете, кажется, что это так легко, но когда ты вот приходишь это делать, прям мурашки реально, сердце вот так вот бьется. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead, tell me, Ali, Ali, Yoshi, dear. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we always had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could, we had it all. Rolling in the deep, we could, we had it all. Мне очень понравилось. Я прям... Сначала у меня ноги подкашивались очень сильно, у меня прям всяк вот тряслось. А потом я представила, как ты мне сказала, что я пою только для себя. И мне стало прям так хорошо. Я прям, знаешь, как будто отпустила. Да, да. Спасибо тебе большое за такой опыт. Это реально очень круто. А спой что-нибудь ты. Подписывайтесь на мой... У меня там буквально все о музыке. Короче, все, мы с Ангелиной идем покупать микрофон этой милой девушке. Когда я пела, я увидела, что у нее очень ржавенький микрофон. И поначалу мне показалось, что, возможно, она его специально так обрезала, чтобы чувствительность была выше микрофона. Но потом у нее спросили напрямую, и оказалось, что нет. Она просто не может себе позволить его. Мы решили, что лучшим спасибо для нее будет, если мы просто подарим ей самый классный микрофон, который есть. На самом деле, так заряжает прям эмоционально. Ты как будто поешь реально для себя, перед тобой никого нет, и ты полностью отпускаешь свою душу как будто, вот реально. Прикинь, кстати, это платье стоило 100 рублей, а магазины стоили 200. Всего 2200. Прикинь. Все, мы купили, идем дарить. Бля, тип идет в туфлях, с пакетом, как на выборы. Можно я переоденусь, пожалуйста, у меня чешется все тело. Ангелина переодевается. Надеваем нормальный лук. Я думаю, Ангелине достаточно. Оп!
Преображение произошло. Побежали. Да, вон она. Вик, мы вернулись. Вот, я переоделась, и мы бегали тебе в магазин купить самый крутой майк, который есть. Вот, открывай, это тебе. Что купить? Не поняла. Это тебе микрофон. Серьезно? Да, про который ты говорила. Спасибо. И провод тоже. Спасибо огромное. Обалдеть, я в шоке. Да, да, мне это много значило, потому что я... Это самый мой, наверное, большой страх. Достаточно, на самом деле, твоих эмоций просто. Ну, мне было приятно. А может, ты подключишь, и мы споем? Давай. Давай попробуем. Там как легко. Вау, кстати, суперски прям. Это не мой микрофон. А подойдет кабель, думаешь? Опа-на, даже подошел. Ну, у тебя запасной будет. Офигеть, кайфы, реально кайфы. Вау, у меня мурашки по коже прям пошли. Как нам друг без друга прожить и дня? Как ты самый опасный для меня? Как нам друг без друга прожить и дня? Как ты самый опасный для меня? Как нам друг без друга прожить и дня? Как ты самый опасный для меня? Для меня, для меня. Тебе нравится? Да, очень. У меня прям сел телефон в нужный. Это было офигенно. На всю жизнь я запомню, вот серьезно. Прям потрясающе. Если ты этим занимаешься, ни в коем случае не бросай. Прям гни свою линию, у тебя все получится обязательно. Спасибо огромное. Давай, спасибо. Удачи тебе. Ох. Спасибо. Блин, у нас так классно получилось. Блин, спасибо тебе большое, что ты меня кинула в этот мой страшный сон. Но я прям раскрылась максимально. Прям. Вот теперь можно ставить лайк, да? Мы приехали в Афимолл, и я готова загадывать свое следующее желание. Мы уже подошли к нему. О, нет. Маршрут перестроен. Я, как любая девочка, люблю что-то покупать в Золотом Яблоке. Если что, это не реклама Золотого Яблока ни в коем случае. Я просто хочу по-любому зайти, купить все, что увидишь. Я думаю, что надо завести контент. Это правильнее, не знаю, закрыть мне глаза, ограничить время, сделать что-то такое, чтобы это было честнее, потому что скупать реально там на 1 000 000 рублей чего-то, это будет неправильно. Так что я предлагаю... Неправильная сестра. Она заботится о моем бюджете. Потому что мой бюджет прямо влияет на ее бюджет. Да. Поэтому давайте найдем какой-нибудь платочек мне, и я уже вот так вот как-то слепую буду искать то, что мне нужно. Но до этого давай я посмотрю, где что лежит, и уже так буду себе что-то выбирать. Чтобы подсказочка у тебя была загружена карта в голову, давай тогда 1.5 минуты тебе дадим оббежать, посмотреть, что где лежит. Да. И потом сколько времени? Минута? Но давайте я не буду добегать до кассы, а просто встану, вот минута заканчивается, и я вот так как попу настаю. Да, ты встаешь, мы смотрим, что ты набрала. Да. Блин, на самом деле, она может взять какой-нибудь крем от... Ламе за... 100 000 рублей. За 100 тысяч рублей, поэтому... Идем искать ламе. Может быть, спокойно на 1 000 рублей, спокойно. Мы нашли носки. Наверное, ими будем тогда закрывать мне глаза. Все, выбрали 2 пары носков. Пойдем, оплачим и завяжем мне глаза. Так, я пойду посмотрю тогда, что я могу взять. Так, засекай минуту, 1.5 точнее. Let's go, погнали. Это нам не надо. Вот это вот я себе возьму какую-нибудь маску, типа, понял? Такую штуку надо взять. Такую штуку. Так. Вот эту малбомбуру будет взять. Капец, мне глаза сводят. Ай, подписчики. Вижу картинку. Ну все. Все, стой. Все, погнали. Пошла. Давай. Я рядом, все хорошо. Косметика тоже рядом. Очень дорогая косметика рядом. Вот это. Что-то есть? Я где? О, это хороший бренд, нормально, да. Твой любимый, можно сказать. Окей, пусть будет. Бери.
Я уже не знаю, что мы берем. Я уже, честно, нормально, я уже чувствую, какая увесистая стала корзинка. Нормально. Так, осталось 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все? Все. Смотри, что ты взяла. Ну, зачем мне гарнир? Давай я примерно прикину, на сколько корзина вышла. А, тебе, у тебя будет мыло, пойдется, скорее всего, что-то. Это цена? 5800. Это хуже, чем мама. Сколько это стоит? 5000 за мыло, чисто. Довине, офигенно. Я теперь буду приходить к тебе домой чаще, потому что я буду мыть у тебя. Довине еще маска. Еще одна, супер. Это что я взяла? Хэйрпэк какой-то. Короче, это прям haul. It's my new vlog haul. I bought some cosmetics. Разбираем косметику. Все для волос. Еще... Носки можешь забрать тоже. Да. Спасибо. Это какой-то очищающий сербет для лица. Короче, у тебя просто сейчас much more косметики стало. Ну что, твои ставки сколько это? 1011 получится, мне кажется. Мне кажется, ну до 20 получится. Мне кажется, ставлю на 12. Или 13. 13. Сколько без скидки вышло? Подожди, подожди. Да. Без скидка? Я была ближе всех. Все, мы вышли из эфемола. Что вы хотите следующее? Я хочу кушать. Весь день мы не ели, поэтому мне кажется, что это то, чем надо заняться сейчас. Хот-доги, смотри. Не, так неинтересно. Нужно покушать где-нибудь... Наверху. На высоте? Ну, на высоте. Где выше только любовь? Да. Ну, нам. Это нам? Это вам. Ой, спасибо большое. Какой подарок. Кукурузку мы любим. Спасибо. Кукурузу дали? Он сказал, букет завянет, а еда останется с тобой навсегда. Есть, собственно, место, которое я и Ангелина любим, но не бываем там часто. Мне кажется, сегодня тот самый день, когда надо туда пойти. Мы пойдем в ресторан. На каком он там этаже? 50-м, русский? 81-й. Ты говоришь, да? Пойдем туда кушать? Ну, конечно, да. Как я могу тебе отказать? Все. Я предлагаю заказывать сегодня все то, что ты бы заказала, если бы у тебя была здесь свадьба. У меня здесь свадьба, ты согласна? Я только морских ежей закажу, ладно? То есть я должна накормить гостей так, как да. Вот следует. Да. Говорить тебе да. Да. Колобок с творогом. Это что такое? Вот, устрица заморская, морской еж. Отлично. Дань, давай ты отлетишь, и здесь появится еда. Нормально, нормально. Это бета-версия моей свадьбы, ребят. Добро пожаловать. Ну что, ты это все съешь? Мне кажется, нет, и придется забирать с собой. И это все съешь? Нет, я же тебе все заказала. Я думала, ты все заказываешь. Твоя нет, же свадьба. Я думала себе, ну ладно, что, едим? Приступаем. Даня, будешь нам помогать как следует? Ребят, если вы не знаете, как выглядит колобок, как блюдо, то вот, это колобок. Давай ты его порежешь, посмотришь, что там внутри. А, там творог внутри. Ничего себе. Вот так вот. Аккуратно сделала. Ты набрала так вкусно, золотом яблоке, я тебе так скажу. Что, я осмелилась прокатиться на Бентли на парковке, где никого нет. Мы идем самостоятельно, пока Ангелина оплачивает парковку, доезжать до Ангелины, собственно говоря. Мишель сказала, что она меня заберет отсюда. Я, если честно, переживаю, потому что она очень редкий ездок на машинах. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Ну что, давайте заводить. Чувствую себя такой прям мадемуазель. Сейчас дошло, как она, короче, была сложена, а потом раз, и она разложилась. Офигеть, это прям очень круто. Заняло. Давай, Тань, садись. Поехали к Ангелине. Ой. Все нормально, просто поворачивай. Да? А я задом не зацеплю? Нет. Блин, страшно, пипец. Офигеть, как она едет круто. Вух. А тебе идет эта машина. Открыть можно? Можно открыть, пожалуйста.
Открой. Открой. Что она хочет? Какая-то женщина. Какая-то женщина к нам пришла. Пришла хочет. Что она целует? Какая-то вообще ненормальная. Какая-то пришла к нам. Что такое вообще? Что хочет от нас? Я не понимаю. Да. Как в GTA сейчас просто. Все, ваша остановочка. На самом деле сейчас Мишель проедет нормально. Мишель села за руль, смертельный номер. Она такая резвая, я просто чуть-чуть нажимаю, такой вжум! Блин, мы до сих пор на аварийке ездим. За рулем ученик. У него права есть, если что. Все по ГОСТу. А я думаю, что у меня поворотик не включился. Смотрю, у меня горит. Хорошая машинка. Мне, кстати, очень понравилась тачка, прям огонь. Мишель, ну, у меня, короче, скоро день рождения. 3 декабря. Я думаю, устроить 24 часа, да, ты мне говоришь. О, как ты уверена. Она очень резвая, ну, прям максимально. Ты рада, что мы эту тачку купили на один день тебе? Да. Мне прям очень нравится она. Реально, надо было себя раньше пересилить и прям вот сесть. Заранее. Если мы будем снимать Ангелине, когда я ей говорю весь день «да», я чувствую, что Ангелина меня тоже заставит пересилить себя и сесть просто за руль и возить ее весь день. Для того, чтобы мы сняли такой видос, ребят, давайте, ребят, поставим 20 тысяч лайков и снимем день, когда Мишейка, хотя мне Мишейка и так всегда «да» говорит. Мы просто снимем свой обычный день. Подначивала, ты сама попросила. Вот, да. Даже тебе твой шлем. Да, все честно, я попросила. Я попросила. Опа-на! А! Вот рассудите, почему я в свой день должна надевать этот шлем, а не этот? Мы же не этой стороной его надела. Ой. Дмитрий Гордей, поменяйте шлем, пожалуйста, ну, нормальный. Все BMX-еры катаются на таких шлемах. Сначала садись на пассажирское, я тебе объясню технику. Погнали. Руль ни в коем случае не закручиваешь полностью, типа вот так. Надо его чуть-чуть, типа градусов на 90, но не выкручивать его до упора. И то есть ты начинаешь работать газом. Чувствуешь, себя заносит, чуть-чуть газик отпускай. Хочешь, чтобы тебя больше занесло, наоборот, нажимай тапочку. Вот смотри. Техника такая. Закручиваешь и нажимаешь активно на педаль газа. Потом послабее уже начинаешь нажимать. То есть ты такой, знаешь, типа циркулем, циркулем чертишь. Давай, 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 давай. Ой, видишь, ты тебя заворачивает. Сильно работает. Молодец, молодец. Руль еще выпрямляй. Правее, правее. Во-во-во-во. Видишь, видишь, поймала, поймала. Молодец, молодец. Давай, 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 закручивай, закручивай. Ну, приехали. Остановка. Мишель попробовала, каково это дрифтить, и я сейчас ей хочу показать с стороны, как нужно это делать, чтобы она провела работу над ошибками. A few moments later. Упс, ровно 13:00. Наше время вышло.
Ребята, спасибо большое, что смотрели это видео. Мне дико приятно, когда вы ставите пальцы вверх и пишете комментарии. Это определенный буст для этого видоса. Также не забываем ставить пальцы вверх для того, чтобы я сняла продолжение с Мишель. Я надеюсь, что она сможет мне отплатить разменной монетой в следующем челлендже, где она уже будет мне говорить 24 часа. Да. Пишите, что бы вы хотели видеть в следующем челлендже, какие задания вот мне давать Мишель, как мне отыграться на ней. Я желаю вам вкусного чая, вкусных бубликов. Ну и главное, берегите себя. Пока-пока. Поцелуйку кинем?